Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Эксперты Project Syndicate считают, что Китай мог бы проявить себя как страна-лидер и положить конец войне России против Украины, созвав Большую двадцатку, приобщившись к гуманитарной помощи беженцам из Украины и к восстановлению украинских городов. Дословно, война в Украине все больше приближает мир к экзистенциальному кризису. Сегодняшние лидеры забыли уроки 20 века и его ужасных мировых войн. Мирный дивиденд холодной войны потерян. Две сверхдержавы, Соединенные Штаты и Российская Федерация, стоят на грани немыслимого военного противостояния. Импульс эскалации конфликта грозит стать неумолимым, и риск ядерного просчета больше нельзя игнорировать. Китай находится в уникальном положении, чтобы положить конец жестокому нападению России на Украину. Как вторая по величине экономика мира со стремлениями к национальному возрождению и глобальному лидерству, оба элемента являются центральными в китайской мечте, которую долго поддерживал президент Си Цзиньпин. Китай имеет два важных преимущества как потенциальный миротворец в российско-украинской войне. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!